Доброе утро, друзья! Сегодня 29 сентября 2018 года. Я в Тамани. Сюда мы приехали на автобусе. Казаки Анапского районного казачьего общества, ну и, естественно, других обществ. Тут с Таманского отдела будут много казаков. Сегодня здесь будет мероприятие, посвященное высадке казаков на Тамани. Раннее утро. Штиль. Рыбаки вот там. Там, видимо, рыбное место, потому что в одном месте все сосредоточились и вот там ловят, как будто в других местах нет рыбы. Там он вдалеке виден мост крымский. Так, конечно. Ну вот прибывают к месту торжеств казаки. Скоро уже все начнется. Тут же не написано, что стрелять надо. Тут написано рыбу ловить и горелку будет. Вот смотрите, ребята. Сейчас прикрутите, а потом... Привезли святыни, жалованная грамота Екатерины, знамя, булава. Я вчера позванивал с ним, говорю, ты поедешь, он говорит, не поеду так. Которые 226 лет тому назад прибыли на эту благодатную таманскую землю. Чем вызвано было переселение, такое великое переселение казаков? Прежде всего, надо было понимать, что это была очередная русско-турецкая война 1787-1791 года. Южные рубежи царской России не были защищены. Не хватало войск регулярных армий.
И вот именно тогда Османская империя планировала захватить землю. Внимание, без гру! Прямо в автобус шагово. Мероприятие закончилось, и сейчас мы пройдем к морю. Там будем есть по традиции кашу. Батька должен команду дать. Надо помогать. Все, давайте. Дима, он сам обслуживает. Я тебе помогу. Ну, не храни.